Ты хочешь мира? Так сражайся за него! Я чувствую сильную магию. Старых друзей не признаешь. Идем уже! Ты уверен? Я бы поступила иначе. Иди к дяде! Неплохо. У нас лентяйству места нет. Ты неплохо соображаешь.
Тогда сыграем в гвинт. Просишь меня о помощи? Вот это очень дальновидно. Ты напал не на ту чародейку. Что я могу для тебя Ты напал не на ту чародейку. Как пожелаете, госпожа. Так, слышно? Макс, меня так слышно? Камни сразу строился.
пакет! Режь их под корень! Людей в море! Танец погибели! Ха-ха! Махакам не сразу строился. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Жаль на них стрелы тратить.
Выпей это, и тебе полегчает. Я очень ждал, что ты так и скажешь. Танец погибели! Ха-ха! Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Мир с людьми? Абитарс! Зараза! Мне нравится, как ты умираешь, человек. Yeah.
Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Уже недолго, сестры. Уже недолго. Смерть идет за тобой. Мы нарядились специально для тебя. Интересно, насколько тебя хватит? Проваливай, пока можешь. Проваливай, пока можешь. Бежать некуда. Кто еще из нас будет проваливать? Проваливай, пока можешь. Пошел ты. Твою мать. 800 обрывков. Круть, круть, круть. Люд не дурь, люд бочку брать. У лавка чудо бочки. Лавк не врать. Неплохо.
пищи надо. Все в порядке? Я не подведу! Вот сучонок, а? Минус один. Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Мы никогда не нарушаем слово. Крепись, любовь моя. Я не подведу! Мнимая власть меня не интересует. Покажем, из чего мы сделаны! Режь их под корень! Вперед, Врихет! Режь их под корень!
Хватит болтать! За дело! Когда я с тобой покончу, хоронить будет нечего. Они могут спрятаться, но им не убежать. Во время боя нельзя пилить музыку. Ну, сейчас бой закончится, запилим. Все будет хорошо. Вот сучок, блин. Ну, возможно. Жги гнездо паразитов! Я тоже вначале подумал, блин, а... позже подумал, а потом... уже понял, что косикнул, проще было реально дать. Хотя, с другой стороны, он мог солнышко призвать и все это в жопу. Он вместо размаха мог солнышко призвать и, соответственно, 4, минус 8 у меня. Как бы тоже такое. Вот чё он не скинул карту, а? Скверные раны, но жить будешь. Я чую твою боль!
Вижу страх! Без ливни это да. Ой, блин, опять этот гад флудит тут всякой хренью в виде катапульт. Не, ну он бабку уже сдал, осталось у него Шани, чтобы призвать этого гопника. Тогда сыграем в гвин. Еще попробовать развести на пару карт хотя бы. Ну или на одну. Катапульт он через медичек может вытащить. Как бы тоже не по кайфу будет. Опа! Не было печали! У него явно есть солнышко. Вот что и бесит. Я не боюсь. Нет, это слово. Страх — это свойство всё, он простых людей. Он, считай, пасует. Он может отыграть от одной карты. Минус два. 51, две карты в любом случае. Ну, либо одну и пропуск хода. Ребят, вы скажите, меня вообще нормально слышно? Что-то он призадумался аж. Вот. Цук. Вот конем. Гром. Минус 2 будет 48. И еще ему надо. Хо-хо-хо. Дурной считать не умеет. Так, раз, два. Тра-та-та. Отдаем победу. Нет, нет, да, да, нет, нет, не отдаем. А, подожди, блин, могла же быть ничья. Ладно, я один хрен по картам. В минусе. О!
боже ж ты мой, туманник. Сия Руси. Делаем ставки на что попадется, туманник. Скажи, или нет туманник. Очень серьезные планы. Да не то слово, фартовы. Привет. Блин, а у него на одну карту больше. Цок. А кого он может? А, шестерку может сделать. Да, сейчас плюс пойдет, шестерку делает. Да. Очень-очень неприятно. Блин, да ну я в этой партии. Я его не уберу столько. Я так и думал. А у него сейчас солнышко последнее. А, ему даже солнышко тут не надо. Солнышко. Почти все. О, как. На пожирание, что ли? Да. Да, на пожираниях. И...
попал. Спасибо Кассиум за подписку. Интересно отображается туман в виде рассвета. Гвин Трейгер — это вообще огонь. Еще чего? Лучше сдавайся сразу. Ты ж всех тогда перебанишь тут нафиг. Этого не надо. Блин, а у меня там... А, подожди, густой туман. Да, есть еще один. Густой туман и... Да не зайдет, блин, это вообще... Вообще какой-то криндец. Да ты чё? О, о, ой-ой-ой. Всё, я аж не могу. Так, сделаем. Солнышко вообще великолепно. Персик. Можно посовать. В принципе, пускай он сам свивает. Но ему тут примерно две карты надо слить. Может быть и одну. Если он меня сожрет, это же колода на пожирание. Блин, не, надо было до конца играть. До победного. Я не думаю, что у него еще там пару солнышек. Неплохо. 23. Ха-ха. Вот дурной надо было. А, не, хотя ему так, что так, что так. Разом. И... 13, то ништяк. 3 на 3, у него плюс... Плюс 13. Янакер.
не вытаскивается. Ну какого черта мне 13 тысяч, ну вот дают 11 тысяч. Такое удовольствие. Сейчас он жрает. Конь? Да ладно. Блин, у меня были шансы выиграть. Я в шоке. Камни сразу строился. А вообще, рука огонь. Как так против SkyTL 0-0%? И постоянно типа 0%, что я выигрываю, ну как странная стата. А, блин. Уже недолго, сестры. Стреляй. Уже не недолго. Приходит час вот. Белого хлада и белого света. Шмыга, а? Режь их под корень! Нет денег, нет товару. О, как! Нет денег. Вот вот. Покажем, из чего мы сделаны. Хватит болтать! За дело! Решил не пасовать. Welcome. Покажем, из чего мы сделаны! Я не подведу! Ну так вообще нечестно. Хотя и не сильно-то я расстроился.
назад в Рихет! Чего там лафает? Прям уж дико интересно. Вперед в Рихет! И солнышко? Да ладно. Это солнышко. Ты напал не на ту чародейку. Синие горы! Зачем ты меня вызываешь? Получи, распишись, скот. Жаль на них стрелы тратить. 14. За Йорвита! 20? Да нифига себе. И... солнышко! Чем выигрывать будет? Все в порядке? О, да, да, да. Что ты Бракелон не для людей. Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Бана, а кого он может? А-а-а. На пятерочку, да? Ну на. Посмотрим, что котик притащил. Да, смотри, что котик притащил. Танец погибели! Ха-ха! Да ладно.
Блин. Грусть, печаль. Я не подведу! Так, скрестим пальцы, главное, чтобы не ведьма и не туманник. И туман. Туманник. Ну, хоть что-то. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я так устал. Я скормлю тебя воронью! Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Зачем ты меня вызываешь? Вот, сука, а? Никаких переговоров. Не толку, она через два хода сработает. Один хрен в минусе идешь. Кого убить? И чё? Синие горы! У меня нехорошее предчувствие. Чистая победа.
лапку, лапку, лапку. А мне хорошо. Админ-то каждый хорошее. Люд хочет купить. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Уже недолго, сестры. Уже недолго. Но у меня нет времени. Жаль, но у меня нет времени. Рекомендую пустить кровь. Довольно. Покончим с этим.
Эр и Глар. О, да, да, ты убил, убил, как ты мог? Звездные нет. И его отражение в пруду. И что? Да. Блин, я только карту потерял. Да все, чувак, ливай. Ливай, хрен ли ты тут делаешь? Мои люди знают, что такое самопожертвование. Если он сейчас ничего не найдет, блин, проще ему реально ливнуть. Да ладно, ты кидаешь говно? Дурной, у меня вообще-то... Давай, давай, давай. У меня пятерка на столе останется. Любопытный случай. А, вот подлец, а. Не знаю, как он с нулевыми картами будет выигрывать, конечно. Просто не хочется. На тебе такую фашин гранату.
Что скажешь перед смертью? Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Ты увидишь их. Да ладно, он не пацанул. Thank you.
Ты напал не на ту чародейку. Подъем, бездельники! После смерти отоспитесь! Ого, я чую неприятности. За тобой всюду! Хоть в огонь! Мы нарядились специально для тебя.
Включи дедушку Кэша. Ого, я чую неприятности. Модрон Фрея терпеливо, но оскорбление не прощает. Да ладно, блин. Все ОЕ заюзал. За тобой всюду! Хоть в огонь! Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Получи, распишись.
Да защитит тебя богиня от всякого зла. Не всякая битва. Райан Карзаев. Порядок. Не всякая битва должна оканчиваться кровопролитием. Лорайн Карзай. Иногда мне просто не хочется. Кого надо посмотрим. Мы нарядились специально для тебя. Ваш покорный слуга.
Лар! Наконец-то. Лар Райан Карзаев. Жаль, но у меня нет времени. Любопытный случай. Жаль, но у меня нет времени. Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Интересный вариант. Айдрота думанима эст, спе эст. Ваш покорный слуга. Рекомендую пустить кровь. Ваш покорный слуга. Thank you.
могу высосать тебя до смерти. Вот такие переговоры, я понимаю. Я чую твою боль. Вижу страх. Наконец-то. Пора.
Я могу выпустить тебя в дом. Сегодня плохой Мои люди знают, что такое самопожертвование. We'll be right back.
Полюция — это вопрос времени. Мои люди знают, что такое самопожертвование. Довольно глупости. Не, ну это пиздец какой-то, блин. Ну как так? Блин, все три ведьмы в руке. Мы нарядились специально для тебя. О, уже оператор пошел. Зашибись. Два гопника, блин, в виде дракона. Держи. Уже недолго, сестры. Уже недолго. Недолго. Я могу высосать тебя дозу. Аньяра, Ниальдая Круфа. Иногда мне просто не хочется. Жаль, но у меня нет времени. Я бы съел толченой картохи с густой подливой. Ой, картохи бы я и сам съел. Айдрота Думанима С. Спэс С. Я предупредил. Делай, что положено. Вот это, блин. Не прокатывает. Да, это же я спасовал. Либо прокатывает, либо хрен его знает. Да. В общем, не важно. Thank you.
Наивность — благословение глупцов. Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь. Я могу высосать тебя до сих. Наивность — благословение глупцов. Внешность бывает обманчива. Внешность бывает обманчива. Ты хотел со мной сыграть?
Так давай же! Твоим услугам. Лучше сдавайся сразу! Thank you.
Довольно глупостей. Мне не хочется разговаривать. Будет быстро и больно. Ha 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 ha
Карты, куча, всякие. Хорошейшие карты ты заслужил. Та-дам! Есть добавка. Всем спасибо, кто смотрел. На сегодня, я думаю, все. Ну, а завтра продолжим эпический врыв в рейтинговые матчи.